Всем привет! Сегодня 27 августа, суббота. И мы приехали очередной раз на реку Или. Приехали мы с Серкибуланом вдвоем. Сейчас вот расставляемся. Закинул пока один нажмых. Закид. В принципе, здесь такое довольно перспективное место. Ранее мы бывали в той части. Но решили как-то поменять место. Не знаю, в прошлый раз нам на том месте не совсем повезло. Буквально клёво не было. Приезжали мы на сутки. Кстати, сегодня мы планируем на двое суток. В воскресенье побыть здесь, в понедельник. Ну, в понедельник посмотрим. Возможно, после обеда уедем, если будет. В принципе, все нормально. Сейчас вот такая вот тишина. Уже ближе к закату. Будем сегодня пробовать практически все. Думаю, будет интересно. Хотим показать пару определенных моментов тоже. Думаю, вы зацените. Давайте мы будем готовиться, сейчас расставляться. А я хочу всем пожелать вам приятного просмотра. Это может быть или вобла. Давай, тащи, я сейчас подсак. У тебя там что, червь? Ты фрикцион подтяни. Он сейчас уведет тебя куда-то. Сазан? Да, походу. А нет, Соник. Да ты что? Ничего себе, прикинь, ты на червяка, что ли, здесь? Из-за него, смотри. Ну, достанешь. Давай, пошли. А куда? Наверх? Да это кого надо отпустить, братан. А? Да, конечно, он мелкий. Сколько он весит? Не знаю, давай вот сюда. Да килограмма не будет. Пошли вот здесь вот. Ну, прикольно же, братан. Сомика поймал, ё-ма. Давай. Причем взял тогда, когда мы ушли отсюда. Смотри. На червя. Угу. Ты знаешь, что? Ой. Ну, видишь, какой светлый, песочный. Ага. Может, ты пучок навесишь? Да, я так и сделаю сейчас, чтобы побольше. А? Может, вообще большой крючок поставить? Поставь побольше и побольше прям на этого. На сама, да? Да. Вот такой сомик красавчик. Mm. А? Ну, такой отпустить надо. Конечно, пойдем. Ну, блин, брат, с почином, маленький. С почином тебя. Спасибо. Смотри, какие глазки маленькие. Ну, а это что, что у него кровь? Где? Это не твой крючок его поранил? Мой, да. А? Да. Ну, видишь, уголок рта только. Жабры у него нормальные, не кровят. Да, давай, пускай. Был бы поболее, больше килограмм еще, ладно, можно взять. Не, ну такой. Прикольно, да? Такой, знаешь, где-то килограмм. На 3-4 хотя бы был бы. Да. Было бы уже интереснее. Ты побольше крючок сделай и прямо такой кусман. Ушел. Красавчик. Прикольно, прикольно, брат. Идем за дровами. Мы там смотрели? Там, не, вот здесь вот. Ну, не, вот здесь. Эти вот черенки, вот которые здесь, нормальные. Вот эти. Вот нормальные, смотри, лежат. Да тут их рубить не надо. Смотри, вот он, смотри. Давай вот эту заберем. Давай вот эту и вот эту. Вот, смотри, какая здесь. Вот она.
Вот, смотри. Че? Давай, давай, тащи. Тут, в принципе, его одного хватит. Ох, блин. Перекладывать ее был. Травосеки. Вот, пусть разгорается. Всем доброе утро. Наконец-то оно наступило. Сегодня практически было безлуние, темно. Чё сказать? Блин, холодно, уже холодно. В общем, вот мы ночью вытащили одного сомика. Потом поклевок практически не было. Решили поспать. Сейчас вот Ирки Булан. Там чуть дальше перезакидываемся. В общем, что-то здесь нужно делать. Потому что ночь просидели, поклевок нету. Не знаю даже, как ни карася, ни воблы, ни подлещика. Так что у нас еще есть день, ночь, еще следующий день. Думаю, что-нибудь поймаем. Так что давайте оставайтесь, смотрите. Так, у нас, в общем, определенная закормочная программа, вот такая вот, кукурузка. Чуть-чуть сейчас ее накидаем. Мы тут вчера добавили меласа, чтобы она пылила чуть-чуть. Дикий маленький сазан, ё-моё, который всю макуху перезапутал. Пускай пока стоит, пока солнце не появилось, пускай вроде стоит. Ага. Сушняк. Хотя вода тёплая. Ну да, смысл. Давай вчера лучше. Просто было холодно. Вон. Маленький хулиган. Ну, в принципе, на уху вот этих троих хватит. Да, да. На уху у нас уже есть. Как рыбалочка. Да пока тишина что-то. Так, по мелочи есть. Карасики, да? Подлещики, карасики, ну. Два карася. Вот такая фигня. Блин, какой нескромный вопрос еще. А есть пару колокольчиков, а? Колокольчики. Блин, надо вот такой мешок положил возле колеса. Надо посмотреть. Там вроде как были парочку. Кеш! Если не жалко, могу купить. Да нет, нет, нет. Кеш! У нас есть свободные колокольчики? Дай, пожалуйста.
Так, друзья, также хотелось бы порекомендовать вам наших друзей. Это магазин у Гаврилыча. А у нас уже как по традиции, перед каждой рыбалочкой мы заезжаем в магазин. Так как мы в последнее время очень часто начали рыбачить на макуху. Вот есть вот такие вот разнообразный ассортимент магазину Гавриловича. Кукурузный, анис, кровь, конопля. В принципе, данная макуха нас устраивает. Она не очень быстро размывается. Также в магазине у Гавриловича взяли вот такие вот весы. Иногда бывает, когда ловим сазана, до неприличия нам интересно, сколько же он все-таки весит. И вот, вот такие вот весы взяли. Они идут электронные, на батарейках. Так что, надеемся, если что-нибудь поймаем достойно, то мы обязательно взвесим, покажем вам. В общем, кому будет интересно, мы оставим ссылочку в описании на их магазин. Посмотрите. Цены довольно приятные. Ну а мы будем дальше продолжать нашу рыбалку. Кайф. Вот такая тишина, вот такая красота. Там, где камыши, там довольно глубоко. Поставили туда на камыш. Попытаемся амура половить. Ну, конечно, возможно, это и провальная идея. В идеале было бы вон то, на те острова. Но у нас лодки нету с берега, так что приходится с берега ловить. Так что смотрите дальше. Наша рыбалочка продолжается.
Вот такой вот курдак. Такой вот кофе. Все, всем приятного аппетита. Офигеть. Муравьев здесь. Всем доброе утро. Сегодня вторая ночь уже. По рыбалке слабовато, клев слабоват. Сазанчик маленький. Сейчас вот, кстати, проснулся, начал, хотел проверить снасти, увидел там Митсубиси стоит. Оказывается, дядь Фаим приехал. Дядь Фаим, здоровья вам. Сейчас поехал Амура проверять. Мы, наверное, скорее всего, через часа два будем собираться. Попозже я еще вернусь. Покажу вам нашу наловленную мелочь. Ну, как-никак. Рыбалка получилась как-то такая. Но самое главное, мы кайфанули. От души кайфанули, можно сказать. В общем, то, что не хватало нам. Я вам покажу, там одна вобла, видимо, сдохла или подлещик. Вот он наш скромный небольшой улов. Вот такая вот. Поэтому как бы в следующий раз, наверное, на Миалы мы все-таки не приедем, потому что протяженность здесь. Там платная зона, там платная зона. Вчера мы проехали. А мест таких прям перспективных, ну, одно, наверное. Там и то мы в прошлый раз также почти по нулям уехали. В следующий раз думаем, планируем поехать с Иркебуланом. Район мертвых дач, но мы топчан не будем арендовать. Вот наша палатка, шелтер. Думаю, куда-нибудь там на дальняк нас пусть закинут. Там попытаемся половить что-нибудь. Так что давайте, я сейчас буду проверять, посмотрим. Так, сейчас будем проверять. Там тишина. Здесь что у нас? Здесь, походу, тоже мелочь какая-нибудь. Что-то. Нет, по-моему, ничего нет. Травы здесь намотало.
да. Пусто. Макухи нету. Цеп был, пришлось оборвать. О, карасик сидит. А? Маленький-маленький карасик. Ну, еще ушел. Ну, вот так вот. Говорю, в основном мелочь клюет. Мы даже вот уже ночью и не снимали его, уже не показывали. Что там мелочь-то. Он был бы достойный экземпляр. Обязательно показали бы. Кеш? Карасик один сидел вот здесь, и то свалил, блин. А здесь этого нету, смотри. Поводка нету. Он зацепился там за что-то, возможно, оторвал я его. Так, друзья, будем собираться. Время уже ближе к обеду. Отдохнувший, набравшись полных сил, поедем обратно домой. Дома ждут родные, дети. По рыбалке сами все видели. Думаю, здесь лишних слов не нужно. Клев слабый, сазана нету. Мелочь, конечно, мы сейчас отпустим. Но самое главное, думаю, не это, конечно. Так что следующую рыбалку мы планируем куда-нибудь поехать чисто по Амуру. Если все получится, возьмем лодку.
А там, в принципе, с лодки, если мы поедем вот так вот на острова, будем ставить снасти на амура, но это будет совсем другая уже рыбалка. Так что я надеюсь, следующую обязательно вы это увидите. Ну а мы поехали.